Ребят, доброе утро. Вот они, наши друзья. Я кофеёк пью, сижу. А, друзья мои на диванчике лежат. Пришли мы только что. Барнюше лекарства дала. Дала пробиотик. Дала, что я ему еще дала. От поноса таблетку дала. Специально тоже для собачек. Дала два даже пробиотика. У меня один в порошках. Проплан, по-моему. Да, проплан. А другой таки в таблеточках, как типа витаминки такой. Но он ее так просто съедает, он ее любит. Все, девочки, всех с кофеечком. Доброе утро всем. Время еще раннее, да? Показываю кофеечек мой. Ой, тогда за ногти возьмусь, не знаю. Как только показываю свою руку, у меня сразу ногти в голове. Думаю, когда я возьмусь? Время мне не хватает абсолютно. Дела-дела, каждый день дела, вся в делах, вся деловая. Вот. Такие, ребят, дела. Маечка себя намывает, Софийка прячется постоянно. Она вообще не дает ни себя снимать, вот как понимает. И вообще она такая... А Барсик у нас на лоджии кричит. Он как Майку видит в окошко, так сразу начинает кричать. Кошку требовать, а она его. Я поэтому их разделяю, не хочу. Маечку кастрирую, я уже говорила, да, не кастрирую, а как, стерилизую, вот. Мне уже поправили. Но извиняюсь, что я неправильно говорю. Многих я терминов не знаю, наверное. Да, Барсик, да. Нельзя тебе сюда, нельзя, нельзя. Нельзя. Летишь, смотри, как на улице хорошо. Еще рано, еще солнышко сюда не зашло. Сейчас мама пойдет, Роладу опустит, вот, чтобы солнца не было. Вообще жарко. Еще раннее утро, и он кричит. Там еще прохладненько так. Жары такой особой нету. Смотрите, как ему там хорошо. Бабочку увидел, за бабочкой наблюдает. Да, бабочка там. Хорошо же, смотри как. Гуляй. Сейчас солнышко придет, мама сразу же закроет, чтобы тебе прохладненько было. Там очень хорошо. Я бы, Маечка, с удовольствием бы пошла бы, если бы можно было бы. Мама не пускает, потому что ну, не, сразу покроет ее. Поэтому я отсаживаю, нельзя их вместе. А там так хорошо. Он, говорю, в окно ее видит, она сидит в окно, смотрит, начинает кричать. Все, начинается. Тима, и сладкие такие, отдыхают. Маечка... Намывается. Маечка намывается, девочка. Барнюшечка отдыхает, животик болит у него, ребеночка. Сегодня только кроме сухого корма ничего и водичка. И то сухой корм, не знаю, лежит, но если он захочет, пускай покушает. Вообще лучше ничего не надо. Всегда врач говорит, если расстройство живота, что-то там такое, да, то нельзя вообще кормить, сутки нельзя кормить. Ничего не случится, если вы не покормите, абсолютно ничего. Только лучше будет. Вот. Ну, пускай отдыхает. Маленький уснул. Выкакался на улице, выписился. Ну, ладно, тогда, да? Ну, приболел, да, немножечко приболел. Ничего страшного. Я ему сейчас дала вот это вот проплан. Вот такой пробиотик, девочки, тут несколько, ну, как в порошочках, вот прям, он его с удовольствием, я ему открываю прям в ротик, он его прям вылизывает с удовольствием. Вот такой дала, да, дала вот такую таблетку от поноса, уже вчера дала. Ой, 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 Майка, Майка тут тоже, вот такой вот дала, да, это вообще хорошее. Такое средство хорошее, недешевое, с Амазона все выписала. И вот такой пробиотик еще дала, тоже даю ему. Они тоже в таблеточках, в таких вот, видите, уже половина, да. Я даю и кошкам иногда размельчаю в пищу, ему отдала для желудка, для кишечника, очень хорошие. Он, кстати, их прямо жует, он их любит, да? Любишь такое, да? Любишь, да. Мама дала тебе уже, ты уже скушал. Да что ж такое? Скажи, да что ж такое, мам, из ручек все валится? Это что такое? Майка тоже сидит, наблюдает. Скажи, что там она делает? И сейчас вот такие таблетки, сейчас вам покажу. Они, как сказать, они такие крупные, большие. Но я ее на, видите, она какая? Я ее на две, ну, на две части, вот так, видите. Смотрите, какая здоровая, да?
на две части, на четыре части, короче, и даю ему. Ну, одна таблетка много, я пол таблеточки и на две части. И ему прям вот туда в горлышко, и он с удовольствием ее кушает. Хорошая, она травяная, на травках, натуральная, короче. Ну и вот это тоже, он и эти порошки обожает, я ему еще попозже дам. Ну, вот так, девочки, как говорится, на старуху бывает проруха, да? Тюмой сладкий, скажи, животик болит. Это он, знаете, не кушал, не кушал, а наелся. Но я грешу на муху. Он тут все за одной мухой гонялся. Я ее никак не могла поймать. Майка тоже не могла поймать. А он поймал, видать, сожрал ее. А она такая была, нехорошая, наверное, муха. И вот у него после этого расстройства начались. Или, скорее всего, что не кушал, не кушал и наелся, да? Вот. Так что... Сейчас ничего страшного, поголодует немножечко. Вот. А я зашла, сегодня еще гуляла, и в конце думаю, зайду-ка я в клинику в нашу, в эту, как сказать, для тир, к тир-арцту. А он как раз на операции был. И там сестра была, я ей сказала, она говорит, вот что у вас дома, какие препараты? Я сказала, тетя, она говорит, вот давайте, говорит, пока ничего не надо. Говорит, не кормить вообще, да, вообще сегодня, вообще до завтрашнего дня ничего не давайте. Пока стул не, ну, как бы не пройдет вот это вот. Думаю, ну ладно, отличненько. Тем более у меня первая помощь есть, да, ничего не сказала, чтобы что-то там дать мне, ничего. Сказала, вот давайте то, что у вас есть, вот. Поэтому. А у меня еще это все сфотографировано было на моем телефоне. Я сразу же открыла, показала, говорю, вот у меня вот такое вот все есть. Она говорит, ой, это отлично, давайте, давайте. И не надо больше ничего. Это как раз Адурфаля, Адурфаль, да, по-моему, от поноса, да, вот кто прочитает, да. Видите, это хорошее средство, очень. Вот я ему вчера дала, ну, видать, мало было, но начало только было, и сегодня вот дала. Я надеюсь, что это все пройдет у него, да, мой котик, пройдет. Водичку надо попить, ничего, бывает всякое. Давно у него такого не было, знаете, бывает, как у человека. Сегодня хорошо, завтра расстройство живота. Ну, это же нормально, это же нормально. Ничего страшного, не переживайте, ребята. Да, панику, пожалуйста, не делайте, все хорошо. Просто вот такое бывает. И у кошек такое бывает, и у собак, и у людей. Особенно тоже у людей. Скажи, тоже всякое бывает. Да ничего, скажу, все хорошо. А он резвый, веселый. Нет такого, чтобы он прям там, знаете, какой-то больной был. Он сейчас бегал так на улочке хорошо. Просто вот такое расстройство небольшое. Не скажу, что прям сильное там, что он прям там это... Не скажу. Все нормально. Ну, он такой живенький. Вот. Маечка рядом с ним. Да? Вот. Мой котик такой, такой котик, мама так любит, да, так любит. Тьма сладкого такого мальчика, хорошего мальчика. Сейчас всех накормила, сейчас кофеечек еще выпью, стаканчик, я уже кружечку, то есть выпила, стаканчик говорю, сейчас еще выпью. Да, мой котик, болеешь, да, ну ничего, все хорошо, все хорошо, все будет хорошо, мама полечит. Тебя уже лечу. Все хорошо. Животик болит. Он сейчас вот напился вот этого. Я думаю, что будет хорошо. Это для кишечника, для желудка хорошо. Это тоже. Беру пробиотики. Они, правда, разные, но я и тут даю. А этот я ему часто даю. Поэтому у него, кстати, и все было хорошо. Как-то вот, ну, как сказать. Ну, до поры до времени. Я говорю, на старуху бывает проруха. Проруха, да, Барнюшка? Ну, всякое эскузи бывает. Ничего страшного. Мы водичку пьем, обезвоженного никакого нету. Водичку пьем, да. Хочешь водичку попить? Водичку хочешь попить? Иди водичку попей. Попей водичку, иди. Тебе надо попить. Но он пришел с гуляния, он попил водичку. Иди водичку попей еще. Мама свеженько налила, иди, мой котик. Ну все, ребятки, да? Не знаю, продолжение будет у меня, не будет, не знаю. Ой. Сейчас фото надо сделать, да? Смотрите, какие красивые гортензии у меня. Красивые тоже. Не такие уж большие, но все равно нормально. Вот, и вот эти вот. Тоже красивые. На улице пекло. 36 градусов сейчас посмотрела. Барсик вон он. Да, конечно, тоже жарко, конечно. Плитка такая прохладная, она не жаркая. И вот
под этим загораю, лежу под навесом. Тоже загар идет небольшой, а мне и большой не надо, да, правда? И вот так. Вот так, да, надо почистить. Там надо у нас тоже убраться немножко, мусор. Но ничего, потом вечером цветочки польем, да, немножечко уберем все. А у меня там в горшках все завяли, я за ними не смотрю. В принципе, они, знаете, это с прошлого года, они просто вышли, ну, и как вышли, так и зашли обратно. Такие вот дела, в основном вот эти у меня. А эти как бы так. Вот. Вот это вот у меня тоже ягодки уже пошли. Такие маленькие, я смотрю, мандаринчики или апельсинчики. Будут ягодки. Да, Барсюлька? Мама лежит. Знаете, как здорово? Слушайте, ну жара-жара. Невозможно просто. Духота, жара, это просто ужас какой-то. Ну ничего, немножечко полежу, да пойду домой. Оливочка у меня вон там стоит. Вот она, видите. Горшок тоже будет, надо будет осенью пересадить, поменять. Все. Вот лежу, ребятки. Загораем. Ой, здорово, конечно. Здорово жить. Я вот только недавно сюда пришла. Ну, буквально минут 20, наверное. Ну, невозможно просто. Ну, такая духота, жара. Ну, это просто, знаете. Хорошо, что хоть немножечко ветерочек обдувает. Просто невозможно лежать. Я не знаю, как кошки в шерсти. Это ужас просто. И дома духота. Дома 28 градусов. И здесь духота. Не знаешь, где лучше. Мои дети. Одного глажу, другая лезет. Я вообще ревнивый такой. Если я Майку глажу, он тут же лезет. Да, Маечка? Скажи, я только гляну. Ну ладно, не передвигайся ко мне. Мама сидит в одних этих. Не хочу себя снимать. Май, куда пошла? Иди сюда. Май, все, ушла. Все, тебе лучше уже, Барнюша, а? Ну ладно, лежи, отдыхай. Ой, господи. Ну ладно, ладно. Все двигается ближе ко мне и двигается. Да, Май, скажи, лучше. Какой? Майка, правда, действительно похудела сильно. Худенькая такая стала. А Барнюш хороший. Он просто болеет немножко. И все. Все пройдет, все будет хорошо, Барнюшечка, все. Все, мой котик, будет хорошо. Как лягушонок лежит, лапки расставил. Жарко всем. На улице жара ужасно. У нас 36 градусов. Завтра грозу передают с дождем. Ну, это хорошо даже. И все равно будет, сколько, по-моему, 27 на завтра, если я не ошибаюсь. Майка там что-то вылизывает. Чё ты? Лежи, лежи, давай, не дергайся. Дергает, дергает что-то меня. А, чё ты меня дергаешь, а? Чё ты маму дергаешь? Чё ты маму дергаешь? Ой, детки, детки, все, все, я встаю, встаю, лежите. То прям на меня аж лезет, а, Барнюш. Ну что это такое? Не даешь маме спокойно посидеть. Ну что это такое?